Эта выставка, она приурочена к юбилею двух знаменательных дат. Это день рождения Римского-Корсакова и друга его, Мусоргского. Выставка рассказывает об операх, о музыке и о красоте. И у нас на выставке самое главное представлены подлинные вещи, подлинные костюмы, которые ходил Шаляпин в роли Бориса Годунова, да. Представлены очки, уникальные очки, которые принадлежали Римскому-Корсакову, представлены партитуры, написанные Мусоргским, и при этом с его поправками, то есть это подлинники на нашей выставке. Экспонаты, и это из фондов Российского национального музея музыки. То есть это из запасников достали вещи, те, которые принадлежали нашим выдающимся композиторам и также нашим исполнителям.